Привет, дорогие друзья. Меня зовут Денис, мне 35, кто меня не знает. Сегодня, значит, коротенькое видео про рыбалку. Первую подлёдную рыбалку. Значит, встал первый лёд за 2 дня буквально. И за этот период, пока лёд не сильно толстый, но уже держит, можно поставить сеточку. Вот. И это значит, мы сегодня попробуем сделать. Так что смотрите и не переключайтесь. Ага. Раздуло, а? Пришли, не... нормально было. Так. Чё, закрываю там тоже, да? А? Закрываю. Thank you.
А? Что, может, с этой стороны простучать, пройти оттуда? Ну да, сейчас я его подъем, вот сюда и кинул. А тут прилет, а тут вот есть на... Считают веревки. Все, пару идет. Перчатки вон все колы. Что одни, что вторые. Ну, не знаю, что-то, ну, вон, пятки только не знаю. Доставай, карас. Термос, термос. Ветра не было, было бы нормально. А? Ветра б не было, другое б дело было. Какую лапу сидел под этим, под деревом? Я вот сюда тебе кину. Не-не, ты его положь так, где-то от руки вытирать, и все. Сразу, ну, такие эти лапти, а здесь маленький, смотри. Так я вот упустил с рук лапти тоже. А, да, я не видел. Под кола, блядь, я тебе говорю. Под кола лапти выпустил. Ну, видать, может, под берегом вот они что-то это, не знаю. А я не видел просто. Змей. Тогда мы ни одного, да, вроде не поймали. Ох, там мелочь-то. Они крупные. Ну, если с лагуной сравнивать, ну, конечно. Ну, тогда уже точно крупный был, мелочи тогда не было. Не, да, средний.
часто идет, да? Часто идет. Хоть и это. Руки вам подсуши. Не холодно. Сам я так мерзну там. Надо будет увеличить и Юре скинуть. Смотри, какие. А, нет, не с рехоплотником сидят. Скину. Я пишу, да. Ну и фотку сфотографирую, скину ему, и видео кусочек скину. Да, да, да. Ставить на ночь, как ты сидишь. На ночь? Еще удалбливали, вырывали, примерно. Ну, еще там и по рыбе было. Да, по рыбе не так уж и много было, блядь. Она, значит, здесь и зимует, блядь. Красноперка? Да. Ну, муж тепло, смотри, как было. А вон еще одна красноперка. Муж тепло, как было, просто еще не это. Слышишь, и карась поэтому, может быть, и смотри, что делается. Да. Куча мала. Ёпер, все? Только надо будет это двинуть, чтобы эта куча не сдвинулась. Еще красноперка. Ой, бля, лапочка раз. Ёперно, что делается. Надо... Ты посмотри, что делать. Что бы я тут их разве успел бы вытащить? Ну да, это затяжать. Все, да? Все, надо отодвигаться. Так, давай. Мешок. Я думал, десяток другой кармана, но слава богу. Замерзла? Ага. Ну подолби чуть-чуть. Видишь, там все там хорошо, блядь. Накрыто, она не так. Ага. Блядь. Тут не накрыто все. Вся туда ушла, да? В ту сетку.
берете, да? Ну, да и пореже. Куда? Как мы не пугали. Вон, сижу и воняет. Я не чувствую. Хотя нос он весь замерзший. Где это? Вон, валяется. Таких грузиков. Слава богу, нам хватает. Все равно. Так тоже нормально, да, так вот? В принципе. Ну ты вот прошел, да, немножко, чуть-чуть там постукал изначально вот с этой стороны и все. Ну неплохо клюнуло здесь тоже. На такой кусочек и вот так вот. Да. Там затишки. Берег-то еще короткий. Да. Вся сетка даже не ушла. Там у нас полторы сетки, может, так ушло. Опа, красноперка, что ли? Да, тоже, смотри, попалась одна. Тоже одна. Попалась. Она, значит, не здесь, но откуда, блядь? Ну, хорошая. Вода более-менее, может, у нее тоже там свои эти. Она думает, ну что, еще она видать. Может, просто там мусор перекопан. Ой, ну что, мы этого не знаем. Ну да. Ох, он еще красноперенный. Угу. Запеченная, мне нравится, ну какая, чушка какая, ну. Вот это да. Такую новую лицо. Да, интересно, удочку такую валить. Да, сюда наш, сейчас нарыбится. О, хорошо. Вон еще красноперка, ох, 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 ох. Еще вон висит, блин, тоже не мелкая. Че, красноперки мелкой нету. Вот не попалась. Да, тоже беру. Даже пару змеев. Ну, змей, конечно, маленький. Нет, змей я брать. Но здесь его нету большого. Сейчас это, ага, оп, оп, оп. Все? Все, да? Ну, как раз под пакетик, да? Ну да, ну как хорошо. Раз, чтобы не это. Туда мы унесем, наверное. Держи. Давай. Это какая же эта часть? Короче, вот это процентов, ну, 30, наверное, от всего. Больше всего. Вот смотрите, тут карасики маленькие. Посмотрите, какая красноперина. Смотрите, какая. О! Как кунжа, как сима, блин. Смотрите. Какая. Здоровая. Вот. Караси тоже не мелкий он. Вот моя ладошка. Вот карась. Да. Одна красноперка пойдет на в духовку, остальные пойдут на фаршик. Ну, котлеты, шматлеты. Вот красноперка. Вот. Вот тоже, смотрите,
дура здоровая. Вот. Ой, красноперки. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть красноперин.